«Рос имущество» огласило новый план приватизации. Вопреки протестам РЖД, она в списке. До 2014 года собирается продать 5% акций, еще до конца 2016 еще 20%. Прогнозный план 20 июня должно утвердить правительство. Государство собирается вообще выйти из капитала Ростелекома. И, как сообщил глава Росимущества Ольга Дергунова, согласно указу президента, с июня по сентябрь этого года должно завершиться формирование компании. Уже в этом году, согласно прогнозному плану, могут продать 7% акций «Алросы», почти 15% «Интерал», блок-пакет авиакомпании «Сибирь», весь Архангельский траловый флот и 21% акций «ТГК-5». На 2014 год заложена приватизация «Совкомфлота», но менее блокирующего пакета. До конца 2015 года могут быть приватизированы 11% акций ВТБ. У казны останется не более контрольной доли. И более 3% акций «Транснефти». Ранее в Минфине заявили, что продажа госимущества в этом году принесет в бюджет в 7 раз меньше запланированного.